четверти только мячи, которые побывали в сетке по правилам. А кривой держал кривой момент. К сожалению, в футболе никто очков не зачисляет. Дэн Шарфрис получает 33-33 за то, что Кристиан Рикки он бросил в эту игру, вот сразу ударил по ногам соперника. И вот идет 78-я минута матча. Достаточно успешная атака голландцев и совершенно непростительная, непонятная ошибка для клуба Сурия, который был за чемпионство своей страны. Третьего темпа, можно сказать, просто загнали мяч в ворота. Футболисты голландского Фейенорда Йона Даль Томаса надали не то, чтобы обработать мяч, но еще у него было время, дабы прицелиться и спокойно отбить москвичами. Налицо явный провал обороны римского Лацио. Таким образом, счет стал 1-1 в этом матче абсолютно нелогичным. После этого римляне занервничали. Вот такой